stick. Dick. И вот так. А рассказать я вот что хотел. Как я избавиться смог от смарт-зависимости, то есть от смарт-часов. Было у меня их 4 разновидности. И вдруг однажды, когда поступало звонков очень много с интервалом 1 минута, я понял, что каждый предмет лишает меня моего собственного времени, если можно так выразиться. Вот. То есть Bluetooth гарнитура, часы, телефон, все эти предметы дергают непрерывно. Что, соответственно, в свою очередь заставляет нервничать. И я достал советские предметы. Ну, это, конечно, не совсем советский предмет. Электроника ЧН-01. Часы Секонда, экспортный вариант. Они восстановлены. Полирована крышка единственная. Заменен корпус. Механизм остался прежним. Циферблат остался прежним. Стекло. Вот таким образом я решил восстановить свои советские гаджеты. И уйти наконец-то от смарт-зависимости. И поверьте, после того, как я перестал носить смарт-часы, жизнь, если так можно выразиться, стала гораздо спокойней. Ну, в данном случае я меняю дешманский браслет на вот такой вот. Он тоже, конечно, не совсем дорогой. Но дело в том, что те, кто пользуется хорошими предметами, качественными, если можно так выразиться, они-то знают, что такое качественный браслет. Кстати, оригинальные советские это уже не оригинальные. Видите разницу? А? Чувствуешь разницу? Это латунь. Это, соответственно, сталь. Ну, я сомневаюсь, что я советские смогу вставить в немецкий ремешок. Ну и вот видно, как на какой угол отклоняется упор. Думаю, что советские я сюда не буду пихать, потому что они тупо не пихаются. Поэтому придется советские оставить. Вот. Ну что ж, сейчас мы
Не с той стороны. Вставляю, иначе может остаться царапина на корпусе. Ну, кстати, это позиционируется как немецкий бренд. Ну, так написано. Ну вот. Ремешок, кстати, довольно-таки приличного качества. Мягкий. И хотелось передать аутентичность. То есть черный ремешок, матовая кожа и бежевая строчка. Вот так вот. Так, ну что? Да-да. Именно вот так вот. Именно вот так вот. Это все и происходит. Да, конечно, тут, по-моему, я не в ту сторону отправил ремешок, или в ту. В ту, вроде как. Сейчас посмотрим, как это все выглядит. О! Вот так вот. Советские предметы. Сейчас я вот с этой стороны. Кстати, сейчас на рынке очень много восстановленных советских часов. Если посмотреть. Ну, естественно, они позиционируются как неношенные, но там часовые мастера выкупают механизмы, вставляют в новые корпуса, и получаются вот такие вот восстановленные советские предметы. Так как здесь экспортный вариант, секунда, у нас здесь отсутствуют надписи Made in USSR, USA. Стрелки здесь установлены у меня не от этой модели. Вот. Но все равно смотрится очень даже прилично. И немного истории часового бренда Секонда. Полную историю вы можете посмотреть, поискать на просторах интернета, но коротко я расскажу так. Экспортный вариант этих часов был даже в некоторых странах, в частности в Англии. Вот. И когда произошел развал Советского Союза, поддержка этих дилерских часовых брендов перестала быть. Ну и, соответственно, товарищи из Англии очень быстренько выкупили этот бренд и начали штамповать свою секунду. Об этом тоже можно посмотреть в интернете. Ну, довольно-таки интересный вариант. Ну и новодел электроники Техночас ЧН-01. Ну, в общем, вот так. Вот и вся моя советская коллекция. Есть еще, конечно, но они просто все ушатаны в хлам. А ЧН-01 я приобрел только лишь потому, что хотелось посмотреть новую версию часов электроники.
Кстати, у них довольно-таки демократичная цена и супер точный ход. Мне совершенно непонятно, почему все так симпатизируют Casio, или большинство симпатизирует Casio, хотя Casio в качестве до 10 тысяч рублей просто ни о чем. Это пластик, это пластиковое стекло, ну и точность хода. Здесь, в советском варианте, мы получаем латунный корпус, как минимум, минеральное стекло и точность хода 1 секунда в месяц. Вот так вот. Ну, кстати, вот у этого экспортного варианта секунды точность хода примерно 5 секунд в 3 дня. Ну, в общем-то, все, что хотелось рассказать. В общем, итог. От смарт-зависимости мне удалось уйти, потому что все эти предметы, которые непрерывно тебя дергают, просто достали. И к тому же, изначально эти предметы позиционировались как благо, то есть передача информации, но информации настолько много, что получается, что ты зависим в этой системе, ты подключен к этой системе, и отключиться от нее практически невозможно. Можно только лишиться предмета, и тогда, возможно, ты избавишься от этой зависимости. Ну, в общем, кому как. А у меня вот так. Так вот, товарищи. Все, всем пока.